День нефтяников компании «Лукойл Севернефтегаз» отметили большими достижениями. В честь профессионального праздника лучших сотрудников отметили грамотами, благодарственными письмами и свидетельствами о занесении на доску почета. В праздничную атмосферу окунулась и наша съемочная группа. Право первым поздравить с праздником и торжественно открыть мероприятие предоставили директору ТПП «Лукойл Севернефтегаз» Николаю Новожилову. Не секрет, что добыча нефти очень сложна, это нелегкий процесс, которым заняты тысячи людей, тысячи сотрудников, сервисных организаций. А здесь, на Крайнем Севере, это втройне сложнее добывать, потому что столько факторов осложняющих, и сложные геологические условия, и сложные климатические, отсутствие дорог, отсутствие ближайших населенных пунктов. У нас каждое месторождение уникально, оно отличается друг от друга, они не похожи ни одно месторождение на другие. В одном большая вязка, в другом температура нефти, в третьем сероводород, большое количество газа и так далее. И за каждой тонной добытой нефти стоит огромный труд каждого из вас. Сегодня труд лучших офисных работников оценили, а накануне руководство компании съездили на месторождение и поздравили тех, кто стоит на передовой. Каждый год в честь профессионального праздника «Лукойл Севернефтегаз» отмечает их заслуженными наградами, дипломами и благодарственными письмами. Среди них ведущий геолог компании Наталья Хильчук. Девушка была удостоена свидетельством о занесении на доску почета. Дети уже сбегались, посмотрели фотографию, поулыбались, порадовались за меня. То есть, как бы, рада за меня, что, что мама, да, мама уже, ну, что весь город может смотреть и любоваться на меня. Ну, я думаю, друзьям будут показывать. Очень приятно, очень неожиданно, что все-таки и простых служащих выставляют на такие, на доску почета. И за маму порадовалась, и сама награду получилась. Сегодня одна из дочерей Натальи Хильчук, Елизавета Уланова, тоже была отмечена за высокие достижения. Правда, пока на поприще учебы. В благодарность девочка приготовила теплые слова поздравления всем сотрудникам «Лукойла». Счастье, здоровья, семейного благополучия. По старой доброй традиции в День нефтяника чествуют не только сотрудников, но и их детей. За особые достижения в учебе и хорошую успеваемость получила диплом и подарок от профсоюзной организации компании и Мария Зверева. Получала пятерки. Хорошо училась, да? Да. Угу. Первый раз награду получаешь? Да. А что она для тебя значит? Вот какие ты чувства сегодня испытала? Тебе гордость. Компания «Лукойл» заботится не только о детях своих сотрудников, но и о всех окружных ребятишках. Доказательство тому – множество социальных проектов, реализованных на территории региона. Это самая большая современная построенная игровая площадка по улице Швецова, которая стала любимым местом отдыха детворы. Детский сад «Семицветик», скейт-парк. При поддержке «Лукойла» был построен каток и родильный дом. Поздравить нефтяников с профессиональным праздником пришел и глава региона Александр Цибульский. Компания «Лукойл», мне кажется, всегда много раз об этом говорили, надежный, наверное, основной партнер округа. Нам очень приятно, что кроме финансовой составляющей, которая для нас крайне важна, вы в том числе ведете очень ответственную социальную политику, огромное количество действительно тех объектов, мест, которые мы вместе открыли, совместно построили, сегодня радует глаз и является местом, любимым местом отдыха для наших горожан, для жителей нашего округа. И за это вам, конечно, большое спасибо. Я уверен, что наши взаимоотношения будут продолжаться в таком же ключе и дальше. У компании большие планы на будущее. «Лукойл» продолжит участвовать в программах по повышению уровня занятости населения региона, сохранению образа жизни коренных малочисленных народов Севера, принимать участие в социально-экономическом развитии округа и благотворительных проектах. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, телеканал «Север».